Привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам три самых популярных узла, которые вам точно пригодятся в жизни. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, делаем зигзаг. Сделали. Теперь берем здесь за край. Этот край накидываем наверх петли. Здесь накрест, так, и еще два оборота, и продеваем в петельку, вот таким образом. Наша петля-удавка готова, вот как она работает. Эта петля может поднимать любой груз. Итак, узел номер два – это бочечный. Таким узлом часто пользуются высотники, чтобы поднимать тяжелые грузы. Итак, берем веревку, банку ставим на веревку, делаем обычный узел. Когда вы сделали обычный узел, здесь расширяем края и цепляем вот таким образом. У нас получился очень прочный узел. Таким образом можно поднимать любые предметы. Итак, узел номер три – это узел встречный. Таким узлом можно скрепить две веревки одинакового диаметра. Также, если у вас веревка закончилась, можно добавить кусочек. Итак, завязываем обычный узел. Теперь берем второй конец веревки, продеваем в ушко и повторяет полностью нашу веревку. Так идет здесь и проходит вот сюда. И затягиваем. Получается очень и очень прочный узел. Ну что ж, друзья, обязательно используйте эти три узла, они вам очень пригодятся. Спасибо за внимание, до новых встреч, скоро увидимся!